Туристический Крым должен быть известен во всем мире, но чтобы достичь такого результата, нужно приложить немало усилий. Именно поэтому Торгово-промышленная палата России провела встречу, во время которой обсудили развитие выставочно-ярмарочной деятельности в республике. Представители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации рассказали своим крымским коллегам об аспектах выставочной деятельности в России и помогли определить пути ее развития в республике. Они высоко оценивают потенциал полуострова и уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Состоялся очень интересный разговор. Так сказать, и о отраслях промышленности, и о возможности применения энергосберегающих технологий. Намечены, как бы, так сказать, кластеры, тематики уже будущей выставочной деятельности. То есть был разговор деловой, интересный, опознавательный. Для нас мы узнали очень много интересного. Ну, я думаю, наши крымчане тоже, так сказать, от нас почерпнули много полезной информации. Итогами заседания довольна и крымская сторона. Министр курортов и туризма Крыма Елена Юрченко отметила важность подобных встреч для определения путей развития республики. Это определение дает возможность и власти Крыма, и бизнесу Крыма, и субъектам, занимающимся этим видом деятельности, понять, примерить эту одежку, велика ли она нам сегодня или мала, где мы находимся по отношению к ней. Вот это, наверное, те параметры, которые для нас были очень важны, и это та отправная точка, которая позволит нам дальше идти вместе. Участники заседания пришли к выводу, что для успешного и стремительного развития Крыму нужен собственный выставочный центр. Эдуард Здоров, Алексей Романов. Время новостей.